Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес в этой жизни. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я уже не тот, что был в 5 лет. Ладно, я просто как бы увидел, на стене висит моя фотка, и я такой понимаю, рядом с фоткой мое зеркало, я такой, черт, я уже взрослый. Ладно, ребят, сегодня мы сыграем за необычную сборку, которую я решил собрать только из-за того, что просто пересмотрел свой ролик про аккумуляторы. Там была такая фраза по типу, что... сейчас скажу. Что Луна не настолько хороша, насколько хорош этот самый раскол. И я такой подумал, слушайте, а я же сказал сам эту фразу. По типу, так если раскол настолько хорош при игре с аккумулятором, может быть, он же будет настолько хорош с этим самым, с огоньком. Так вот, я думаю, знаете как, я это дело проверю, и мне реально интересно, что выйдет с этого всего. То есть используем огонь, также используем Blizzard, стандартный саппорт, ну давайте его вернем на предыдущее место. Так, Blizzard я сказал, да? Ну да, как без Blizzard никуда. Так, семерочка, раскол на стандартное место, и Джокер, в принципе, как же без него? Окей, вопрос по поводу поля у меня будет оставаться открытым, я сыграю пару боев. Вначале это будет мое любимое стандартное поле, чтобы быстро проститься и там преимуществ в дальнейшем не иметь. Это поле для старта игры, для лейтгейма оно абсолютно бесполезно. Поэтому просто надеемся на что-то чудесное, в общем, проверим, что у нас выйдет. Просто, как я говорил, урон огромный. И поэтому я считаю, что данная сборочка будет неплохая. Отлично, погнали. Так, противник у нас играет с комбо и прицел. Блин. Эта сборочка не... Во-первых, эта сборка неплохая. Это раз. Во-вторых, ее преимущество будет... Ой, какой вкусный чай. Ее преимущество... Ля-ля-ля. Сорян. Заговариваюсь. Ее преимущество будет в том, что... Ты как можешь убрать что-то лишнее. Ну а лишнего у него по факту ничего не должно быть. То есть, как бы, если он, допустим, возьмет, уберет какой-нибудь... Ну, допустим... Сейчас, секунду. Допустим, он уберет призыв, да? Уберет призыв, и этот самый призыв получится, что... Ты, ну, допустим, можешь перейти в точки на какие-нибудь из кубов, которые имеются на поле комбо. Вот, тем самым он просто-напросто лишит себя возможности нормально... Офигеть, 2000 крита вылетает. Я уже доволен этой сборкой. Даже толком не поиграл, но уже доволен. Понятное дело, что я хочу как можно дальше прорасти, хотя бы 5-6, чтобы семерки были. То есть вот такие хочу, чтобы были кубы у меня. Поэтому надеемся, что мне такие выпадут. Шестерка можем в теории копировать. Чтобы просто быстрее, как можно быстрее, ну, убивать всех мобов. Я подумал, это уже семерка. Четверка, тройка, не радует, говорю как есть. Ждем что-то получше. В теории пятерки можно объединить, но с данным полем толку от этого очень мало. Итак, первое... Просто, ребята, снесли первого босса, как... ну, вы сами понимаете, как нефиг дело. Четверки. Так, вот тут вопрос, стоит или нет. Давайте рискнем. Пятерку получили, шикарно. Тройка, двойка. Пока ничего не трогаем. Угу. Четверка, хорошо. В теории, ребят, в теории эта сборка может быть уже законченная на самом деле. Но я хочу еще прорасти. По типу, ну а вдруг, как говорится, ну а вдруг что-то еще интересненькое мне выпадет. Ну, по типу... Ну, смотрите, вот, уже 21 точка. Давайте, в принципе, на этом пока остановимся. Я пока не уверен, что хочу больше расти. Просто... Не скажу, как есть. Я считаю, что здесь не хватает того же прицела, потому что... Ну, как бы... Так сказать, прицел просто позволил бы очень много делать здесь действий. То есть вместо, к примеру, вот этого куба можно было бы прицельщик поставить. Увеличим скорость распространения данного дебафа. И улучшим, собственно говоря, то, что нам необходимо. И проверим, как мы, самое главное, быстро вынесем куб. Блин, это жесть! Я вижу, как он быстро выносит, лол. Это жесть.
Просто проверим, как мы быстро вынесем боссов. Просто проверим. Потому что там будет шокирующая скорость. Просто проверьте. Это, заметьте, без луны. Просто, буквально там меньше 2 секунд. Это для меня реально шок. Давайте продолжим, наверное, развиваться, потому что я хочу еще круче что-нибудь. Так, окей. Ну, сами понимаете, это развитие тут далеко не полное у меня будет. Потому что, конечно же, ну, 5-ка круто, 4-ка круто, 6-ки нет, 7-ки нет. То есть, как бы, 4-ка, конечно, вот этот кубик, ну и что? Я хочу другие. И понятно, что здесь без прицела тоже не очень хорошо, на самом деле, как бы, но это уже мне не подвластно, боюсь. И, скорее всего, здесь даже поле подойдет какой-нибудь Колизей, на самом деле. Ну, потому что так, я думаю, вы сами понимаете, почему. Банально потому, что чтобы замедлять хоть где-то, то есть, и, возможно, даже Blizzard тогда заменить на прицел. Но пока, слушайте, мы очень неплохо выносим. Очень неплохо. И те, кто будет убегать вперед, будут вот эти самые нахлобучивать дебафалки и все. И как бы я считаю, это очень мощно. Просто пуля какая-то. Ну не, ну все-таки видим. Не до конца, немножко проседаем, но проверяем. Ну, что могу сказать? Третий босс, ну вы сами сравните, как мы выносим, как он выносит. Но, опять же, количество точек меня уже не радует. А здесь что-то хочется получше. Вот что-нибудь еще получше, можно? О, ну уже поинтереснее. Чуть-чуть еще вроде как больше стало, я не уверен. Вроде как было 21, если я правильно помню, конечно. Ну, видите сами, что творит у него прицел. Это круто. Поэтому, наверное, вместо Blizzard я прицел возьму. Как бы это будет и логичнее, и интереснее. То есть, как бы вместо Blizzard, да, и поле заменить нужно будет. То есть, мы меняем Blizzard на поле, и потом еще и на прицел. И фигня. Ну, что вы сами видите, как бы мы почти равны. Только благодаря Blizzard я здесь хоть как-то тащу, на самом деле. Но урон прям огромный. Проверим, что у нас будет на этой волне, наконец-то. Ну... Урон как урон, могу сказать. Реально, он... Могу сказать так, урон очень быстро повышается, вы это сами видите. Но противник все равно выносит. То есть, ну, вы сами видите, как противник гасит его и как я гашу. Кстати, потом глянем класс куба у моего оппонента, потому что очень интересно. Как по мне, на 16 классе можно вполне было бы использовать какие-нибудь часики, да, чтобы вернуть время и лучше стакаться. А так, ну, не, блин, я не знаю. Реально, как по мне, раскол очень хорошая замена. Вы сами видите, какие кубы мы уже дебафаем, прям в самом конце. То есть это значит, что эти кубы фулл задебафаны, и у них сразу плюс 70, где-то 4,5% выходит дебаф. Ну, это круто, я считаю. Не 5, может, там 4, да? 74,5. 74,4, то есть. Там не лень в этом разбираться. Ну, вы сами видите, это просто шок. То есть где, видите, куда стреляют наши? То есть розовые вот эти микровыстрелы, куда стреляют наши? Кубы, и как мы выносим эти самые моменты. Окей, хорошо, я в принципе понял. Ну, во-первых, это, я считаю, что это очень круто, потому что я не парюсь о том, куда что объединить, это раз. Я просто объединяю. Во-вторых, я не парюсь о том, типа, а выпадет ли мне луна или нет, это второй момент. Блин, я считаю, это круто. 1200, руда, что я могу улучшить? Секунду, ребят, сорян за вот такую паузу, я просто хочу глянуть. Может быть, комбо могу улучшить, нет? Так, комбо нет, еще 2 нужно будет. Сейчас и точно нет. Опа, а прицел сколько будет давать нам? За класса плюс 3. О-о-о, а вот это интересно. Вот это интересно, я на это согласен. Давайте. Угу.
Давайте, мы краски прицел сразу и возьмем. Как я и сказал, у нас будут разные сборки. Так, тебя вместо него. И использовать руду. Использовать. Обмен. О-оу! И апдейт, плюс еще 4% крита. Так, все верно, только поле. Поле, все верно. Полем, свежий ветер пролетел. Полем, свежий ветер, я давно его хотел. Свежий ветер пролетал. Полем, свежий ветер. Не-не-не, стоп, стоп, хотя погоди. Блин, а что мне здесь делать? А, нет, это же, нет, это же неблагословленное поле. Да, все нормально. А то я туплю. Я привык, что благословлено поле, значит, надо прям сразу налево ставить. Реально, я так уже с этим полем много переиграл, что мне немножко мозги. Только о том, куда поставить себе кубы. Ну что, второй бой с немножко измененной сборкой. С более примерным пониманием того, что эта сборка должна из себя представлять. Мне кажется, сейчас возьму какой-то топ, создам новенький. Ну, я как майнер все-таки... мейнер, да? Мейнер. Мейнер Солнца Луны немножко все-таки в шоке, потому что такого я не ожидал на самом деле. Я думал, сейчас будет что-то по типу, ерунда. Но нет, нет, я лично удивлен. Я удивлен, что я такую штуку смог придумать. Потому что все-таки я над своими словами задумался, раскол дает плюс 75% к урону. Это значит, что и криту дает. Типа, а при чем здесь тогда скорость атаки, если сам по себе урон по области будет больше? И сейчас я додумался добавить прицел, потому что понял, что прицел еще будет жестче. Потому что попадая по двум целям, мы наносим цель даже первому нашему кубу. Я считаю, это очень круто. О! Четверочка. Но нам пятерка минимально нужна, на самом деле. Опять же, минимально прям. И хотя бы пятерка, шестерка этого самого нужна нам тоже. Как это называется? Ну, да, раскола. Потому что иначе мы тупо не будем дебафать. Не, мы будем дебафать, но это... Сейчас дебаф мелкий будет. Хотя, смотрите, мы же рядом с прицелом будем. О, нет, так это круто. Сам в себя прорастает, нужен... О, вот, что я хотел. Пятерку. Неплохо. Ну, слушайте, мы уже считаемся как давящая сборка. Если до этого постоянно было трудно, типа, нужно было выжидать. Когда СПшечки накормят, то сейчас мы уже прям давящая сборка. Смотрите, даже без какого-либо... апгрейды, даже без какого... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это мощно! Даже без какого-либо активного солнышка мы уже считаемся давящей сборкой за счет супер какого-то урона. Давайте пока объединимся. Блин, не повезло. Ну ладно, ничего страшного, мы еще расти будем. Ой, вот это, конечно, интересно будет. Я уже на этот этап хочу, чтобы у меня было как можно больше... Кстати, он пятерку не задел. Как можно больше урона. И я буду раскол брать, копировать, скорее всего. Но я потом посмотрю, что я буду брать. Раскол, блин. Наверное, раскол копировать не буду тогда. Скопируем прицел. Здесь краски будет рядом с троечкой. Пятерка, два прицела, три. Ну, слушайте, реально так оно и есть. Я все, как бы, 200 этих потратил. Ну, не 200, а до 200 довел стоимость. Да, 210, ладно, окей. И считаю, что моя сборка готова. То есть, как бы... Ну, потому что... О-о-о, тут еще объединить тогда можно. Да, четверки. Вот четверки уже не хочется, на самом деле. Угу. Чтобы ерунда не упадала. И улучшим теперь. Чтоб прям выносить четко и по полной. Давайте. Давай. Ну что, пошла жара. Блин, ну главное, чтобы активировалось солнце, потому что это, конечно, тоже важно. Но вы хотя бы следите не за двумя какими-то переменами, а только за солнцем. Да, одно оно, или их там семь будет, ну и следите, чтобы оно было активно. Давайте, пожалуйста, у меня 6 секунд, 5, 4, 3, ну уже, ну уже. Вы что, рофлите или как? Только не солнце. Прошу, спасибо. Проверяем. Но это был снос, вы видели, да? То есть, это очень много урона, но да, я понимаю, не загасили до конца, но... Но все равно. Еще один. Ай, блин, неприятно. А ладно, давайте объединяться, потому что здесь тут надо прям... Что-то хорошенькое, чтобы у нас было. Тройка берем. Единица, семерка здесь, надо, чтобы тут солнце выросло и будет вообще шикос.
четверку не успел скопировать, тупанул, малек, заговорился. Сорян, мой косяк, да, согласен. Угу. Ну вот так, попробуем пока сделать, в надежде, что вырастет здесь что-то хорошее, потом с дальнейшим объединением единичек. Шестерка попадает, копируем. Ах, ерунда вырастает. Ладно, ждем дальше. Ну, смотрите сами, я вполне доволен. Как по мне, неплохо. Замена неплоха, потому что здесь какие-то замедления будут, они будут стакаться, эти мобы. Ой-ой, что мне делать? Давайте, как я и говорил. И чё? Вот так, что ли? Не, ну ерунда. Это ерунда. Сейчас же прорастет, а я еще могу потерять себе эти самые комбинации. Но все равно я считаю, что усиление очень мощное, поэтому пока что ждем. Тройка. Ну, проверим, проверим, что выйдет с этого по итогу. Может, и что-то хорошее. Пожалуйста. Ну, нет. Вообще нет. Я не знаю, что здесь делать надо. Я не знаю, что здесь делать надо. Банально не знаю, сорян. То есть тут надо просто ждать. Вот, ну, ждать хотя бы этого, да. И урон пошел, поехал. То есть тут уже видно. Василиск. Эх. Первый блин комом, ладно. А, это уже второй. Блин, ну тогда все плохо. Если даже второй блин комом. О, вот это я люблю. А, ты у нас, кстати, даже не рядом находишься. Зато ты рядом с этим семерочкой. Вот это неплохо. Тройку тогда уберем. Может быть... О, вот-вот, о чем я говорил. Может, здесь убьет солнышко. Ждем, ждем, ждем. Так, ждем, пока из этого что-то вырастет. Убрать мы это все равно не можем. Может быть, сразу то, что нам надо, и прорастет. А мы там уже что-то проверим. Не хочу. Убираем. Убираем. Копируем. Все. Все, что я хотел, сделал. Отлично. Все. Четверка, 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 тройка. Ну, в принципе, 7 кубов мы сделали активными. В принципе, ладно. Окей. Что-то выйдет дальше, я не знаю. Ну, смотрите, инь-янь против, как бы, меня. Солнце, раскол. Звучит даже, на самом деле, немножко смешно. Солнце, раскол. Ну, вот с такими моментами это круто выглядит. Сейчас сижу и думаю, а может быть вместо прицела стоит луну добавить? А вместо чего? Джокера? Вы что, серьезно? Не. Это уже не кайф выходит какой-то. Какая-то полная дичь выйдет. Не, ну просто реально посчитал, плюс 78% делает, плюс 74,5 или 4,4 выходит процента по урону. Ну блин, это, я считаю, реально круче выйдет. Потому что так, скорее всего, оно и есть. Там же еще и с Близзардом было. У нас здесь просто поле другое вместо Близзарда. Поэтому считаю, что это поле, ну, в принципе, и будет круче. Не поле, а самосборка плюс поле. Блин, проблема только, что данный куб не находится рядом с чем-то. Давайте это исправим. Вот так. А, нет, не получается, короче. А если вот так? Ну, так, думаю, получше будет. Шикарно, все, я все исправил, что хотел. В принципе, я доволен. Окей. Так, окей, и... Неплохо, неплохо. Василиск еще. У меня такое впервые, 3 Василиска подряд, жесть. Реально, я уже не знаю, что делать, потому что как бы 3 Василиска, это не шутки. Чел сломал себе, конечно, линию, но... Две линии, но, блин, тут ему почти что без разницы, сказал бы я, но нет. Это ему очень сильно помешает. Ну, давай, братик, шестерку меняй. Шестерку. Или погоди, что тебе выгоднее? А, я понял. Понял, что он сделал, окей, ладно. По крайней мере, мысли я его понял, окей. Сейчас узнаем, правильно она или нет. Ой, блин, ну чел. Не, ну если он прорастет, то в принципе как бы нормально будет. Что тройка, что это даст ему Джокера? Семерочку ему дай, семерочку. Я поугараю. Нет, дальше рост продолжается. Блин, ребят, сборка, как по мне, прикольная. То есть это не супер-мега быстрое нанесение урона.
это не супер что-то там топовое. Нет, это просто интересная сборка, если у вас нету луны. И как по мне, она классная. Это реально классная сборка. Так, я сказал добавить луну вместо Джокера, да? Или вместо прицела все-таки? Не, ну представь, вместо прицела. Слушайте, мне интересно. Но а вдруг. Не, погоди. Это глупо, да? Это же глупо. Блин, я не знаю, ребята. Это интересно, но это сложно, потому что когда ты играешь против таких не сильных игроков, ты не можешь до конца понять потенциал сборки. Когда ты играешь против супер-мега сильных каких-то, ты понимаешь, ага, здесь я могу дойти до такого уровня. Окей. Ладно, давайте возьмем луну все-таки. Мне интересно. Давайте. Использую эту же сборку, но, блин, вы сами понимаете, это будет труднее. Блин, это. Во-первых, это, хочу сказать, очень сильный урон. Это потому что есть и луна, и солнце. А еще раскол, увеличивающий урон. Блин, мне интересно. Мне очень интересно. Там просто потенциал огромный. Прям, если будет седьмой раскол, рядом с седьмым. А, прицел мы же убрали, да? Блин! Нет, ну от Джокера избавляться, что за бред? Не, знаете, вариант от Джокера избавиться хороший, если вы рассчитываете на какую-то супер-мега удачу. Да, согласен. Такой вариант вообще прям заходит. Но использовать его прям как основной. Ай, блин, не знаю. Я просто понял, что раскол классная. Классная очень тема, и ее как-то надо прям модернизировать, улучшать. Но я считаю, что предыдущая сборка показывала себя максимально классно. С Близзардом типа тоже, как бы, ничего, но, блин, ну, такое, такое. Можно было бы покруче. И это покруче, что-то я обнаружил, это будет все-таки прицел. Поле данное. Ой-ой-ой-ой-ой! Дорогая поя-я-я-я. Да, ребят, это что-то классненькое вышло. Ждем какой-нибудь здесь солнце, луну. Луну, понятное дело, я жду здесь. Хорошенький какой-нибудь. Ой, блин, мне интересно, мне интересно, интересно, интересно. Что у нас выйдет, а? По итогу. Я раньше использовал вообще сборку, которая являлась одним из самых дамажащих, но я думаю, вы помните на моем канале. Блин, я понимаю, что мне не хватает сейчас прицела, но понимаю, что луна очень сильно ускорит урон. Ну, эти тычки, да? Благодаря чему мы просто будем наносить много урона. Ох! Ой-ой-ой-ой-ой! Это шикарно. Теперь надо активировать, понятное дело, солнце, иначе мы тут будем очень сильно простаивать. Мы даже не улучшили данную тему. Из этого урона прям мало. Но все равно сносим достаточно быстро. Но я жду, понятное дело, какой куб. О, чел. Сдавайся, чел, просто сдавайся. Ну, чел. Я не могу, ребят. Я, сорян, сорян. Я понимаю, можно было победить, но я просто так. Мне больно было на это смотреть. Надо, ну, я не знаю, 16 класс для меня вполне неплохо, я. Мне больно было на это смотреть, по правде говоря, поэтому я не хотел. Ой, я привык, что индиане на этом сепараторе обычно собираются, на самом деле. Реально привык. Ну, а тут прям не фарт, не повезло, не фартануло. Лилит, Лилис, Лилит. Ну, короче говоря, демон. Окей, давайте. Во, ну это более-менее, мне нравится. Неплохая сборочка. Окей. А не против него это что срался, а? А то еще не помню. Окей, ладно, чел. Я просто сейчас слежу за ним, а он, видимо, за мной. Блин, типа, пытаемся прорасти. Окей. О, шестерочка. Вот это неплохо. Пытаемся что-то хорошенькое получить сюда, но, наверное, ничего не выйдет мне, блин. Я, кажется, сливаюсь. Хотя вроде и не должен. Блин, неприятная. Неприятная ситуация.
что нам делать? Прям супер мега замедление на поле вышло у нас. Ой-ой-ой. Ааа, чел. Чел сейчас может слиться тупо. А что я могу сделать вообще сейчас? Не могу понять просто. Типа у меня два вот этих куба и все? Типа, не, не хочу, дайте мне что-то классное. Троечка тоже не хочу, замените. Блин, у меня тут шестерка, я хочу что-то хорошее получить. Что-нибудь, пожалуйста. Я просто понимаю, что реально урон возрастет, потому что там будет плюс что? Скорость атаки, потом шанс крита на 5%. Ой-ой-ой. Вы сами видите, что даже с неактивированным и даже с непроточенным кубом. Ой-ой-ой-ой-ой, дорогая поя. О, блин. Почему вы так далеко? Ай, что происходит? Да что... О, это не смешно, ребят. Вот это уже не смешно. Даже музыка меня пугает, потому что это не смешно. Короче, у меня вышла фигня. Но сами поймите, у этого куба сейчас урон критом будет чаще увеличен. Это значит, что сам по себе урон будет прям мощным. Мощным. Сейчас примерно сколько там увеличен? Усиление атаки на 5. А, на 10. А шанс крита на 5. То есть шанс крита 10% где-то составляет, окей. Четверки, пятерки брать можем или перерастим в большее количество апдейтов? Опа! Ладно, окей. 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 Да блин. Окей. Окей, я говорю. Все, я закончил. Я закончил свое развитие, ребят. На этом у меня все. Я больше ничего лучше не могу. Ну, имеется в виду, что как бы объединяться, не вижу никакого смысла. Две шестерки это за глаза. Семерка рядом с двой, рядом с пятеркой даже. Шикарно. Семерка рядом с. Это, ребят, все. Не вижу смысла вообще. Вы видите, как я быстро сношу. Это я, заметьте, даже еще не пропался, по сути. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я волнуюсь, потому что тут реально можно... Как просто... Не успеть загасить босса, но, блин, плюс 70% к урону. Плюс чаще крит на 5%. Плюс усиление самого урона на 10%. И плюс ускорение атаки на 3%. И за каждый апдейт плюс 1% ускорение атаки. О боже ты мой. Плюс 70% урона, как я сказал, за full апдейт и тут. И еще плюс процент основного урона. Это 3,8 умноженное на 3. Ну, там до 4 можно округлить. Но все равно, ребята, это мощно. Все, все. 250, заметьте. Я потратил немножко так, чтобы стоимость следующего... Куба стоил 250. Это чел, все это сдача называется. Сдавайся. Я сомневаюсь, что он выиграет меня уже, потому что... Ну а что он мне здесь делает, объясните мне. Ничего. Да, признаюсь, он мощный, но у меня просто дичь полная. Блин, это, ребят, это фарт. Опять же, вам может просто выпасть какая-нибудь двоечка, троечка, двоечка, единичка. А не как у меня, то есть тут дис... Третьего босса я снес за 1/3 секунды? Да вы что, издеваетесь вообще? Я хочу посмотреть, как я вынесу слаймы, ребят. Я просто хочу. Я, получается, собрался на третьей волне, хотите сказать? Третья волна, я уже фул сборку собрал. Блин, это имба какая. Это самый, как по мне, простой метод набрать максимум урона. И не выпускать даже мобов и боссов. Блин, это жесть. Я просто как бы я не... Блин, я же реально мейнер все-таки Солнце плюс Луна. А тут бац, и такую сборку придумал. Блин, я гений. Погоди, а что еще можно добавить? Смерть? Ну, смерть это глупо, мы не так выносим. Что именно для урона можно добавить? Не, это глупо. Типа, я подумал, можно добавить этот полис, куб, который добавляет чаще криты. Это очень мощно, учитывая, что мой крит составляет 1000 там дофига. Но вы сами посудите, что типа толку от него. Типа... Мы вынесли просто раза... Ну, в 1/3, на 1/3 быстрее мы вынесли, чем Инь-Янь. Вы сами видели. Это просто шок. Офигенно.
реально очень отличается урон, когда у нас есть луна и нет луны. А еще когда луна прям в таком... с таким количеством точек. Это просто отличается очень сильно. Да, признаюсь, не хватает нам периодически, конечно... Да кого я обманываю? Нам все хватает. Блин, жесть. Да откуда я знал, что мы такую имбу собрать? Я же типа мозгами даже раньше не думал. Я раньше кубы даже толком не разбирал. Взял, скопировал сборку и все. Вот буквально месяц назад я начал думать. И по чуть-чуть вот дошел до раскола. И я такой типа понял, до раскола тоже имба оказывается. Шок. Шок. И что мне делать? Кстати, ребят, я знаю одну сборку, которой можно победить любого противника. Она, да, признаюсь, она непростая и очень трудна в реализации. Но есть одна сборочка, которую я, кажется, знаю, как реально вот победить любого противника. Блин, я... Чай, я пойду попью. Вроде бы у меня есть. Вроде еще остался. Должен был в шоколадке. Реально остался чаек. Все, ладно, ребят, вы там, короче... Смотрите, я пока чаек попью. Заметьте, что противник тоже уже не сразу выносит. Чуть-чуть проседается. А у меня здесь вот эти капельки есть. С песком. Я смогу здесь их замедлять, стакать и быстрее выносить. Как хорош чаёк, как хорош чаёк, как хорош он, как хорош чаёк. Музыка так и поёт. Чел намекает, что он в своём развитии закончил. Я только что уничтожил. Точно с такой же скоростью, как и противник. То есть это значит, что если сейчас ему снесут, то и мне снесут. Поэтому, ребят, как бы вы сами понимаете, что мы сейчас наравне с Иньянем, который, заметьте, как бы очень слабо качан. Сорян за мое поведение, за всю эту радость, за весь этот дофамин. Ну, ребят, это шок. Потому что я реально радуюсь, я не знаю, я додумался до такой сборки, и типа она работает, она классная. Она очень сильная, вы сами видите. Хотя кому-то, может понравиться больше предыдущая сборка, потому что там мы всех мобов выносим. Но не знаю, ребят, вы сами посмотрите, как бы выходит мощно в любом случае. Поэтому проверим, что у нас произойдет сейчас с боссом. Ах ты ж, нет, босс только мне сменил, я ничего сделать не могу, у меня нету вообще ничего, абсолютно. То есть чел типа радуется, но братиш, меня сейчас сменит еще раз, а потом еще раз, благодаря вот этим всем точкам. И пока я не получу то, что я хочу, я типа чел не уйду. Так что давай-ка ты мне сразу все отдашь. Ну вот, вот я примерно и получил, что хотел. Да! На последний буквально там микро-микро я и успел просто, ух. Теперь осталось надеяться, что вырастет что-то более-менее адекватное. Но, к сожалению, вот эти две семерки меня рядом не утешают. Скорость бешеная, противник не будет успевать бить по области, как я. Плюс мне имеется точка с... Ой-ой-ой-ой-ой, все, ребят. Я влип. Пятерка, шестерка. Окей. 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 Я закончил свое развитие, ребят. Я ничего не могу сделать. А, могу. А, ребят. Вы видели сами, что произошло. У меня было просто все возможности. Но я не понял, почему я слился, честно говоря. Офигеть, офигеть. Ох. Ребят, сорян, я немножко хочу отдохнуть.
Ну, вы сами поняли суть сборки. Она офигенна. Тут, кстати говоря, можно даже поле заменить на сепаратор такими темпами. Банально. Банально, потому что вы сами видели, что происходит. У меня поле это, по сути, как бы спасло только в конце. А в теории я мог, наоборот, заменить какой-то из кубов ненужных, да? Допустим, перевес был бы... Был бы, допустим, у меня 5 этих самых солнышек. Я бы просто заменил, и все, и было бы круче. Короче, ребят, давайте еще одну битву. Погоди. Раз, луна есть. Это есть. Блин, я волнуюсь. Я волнуюсь, реально, потому что сборка классная. Очень классная. Урона немерено. И... Играется сборка легко. То есть там даже не обязательно 6-7 иметь. Просто там реально очень мощно все выходит. Но без Близзарда теперь... И без любого замедления нужно будет очень аккуратно играть. Прежде чем делать какие-то манипуляции, нужно убедиться, что у нас есть активное поле-сепаратор. И что мы готовы... Ой-ой-ой-ой-ой. Не, здесь я не готов. Чел с убийцей. Давай-давай, копирую, уничтожаю. Нет, странный чел. О, ну такое. Такое себе на самом деле. И что мне делать? Чел убийца. Опасно. Ай, блин, я не хочу. Погодите, давайте логически подумаем. У него нету прицела. У него нету... Угу. Давай, долетай уже. Наконец-то. У него нету прицела. И у него нету... Хорош. Так, у него нету прицела, у него нету замедления. И нету никакого доп. СП. Короче, чел шансы минимально меня выигрывает, на самом деле. Если мне очень не повезет на кубы, то, в принципе, да. А пока можно чуть-чуть подготовить почву для того, чтобы вынести его. И тут уже, конечно, мы будем в точке пытаться уходить. Но, сами понимаем, мы без замедла какого-либо. И что я сделаю? Ничего, объединять не собираюсь. Блин, какие лаги, я ж сижу не на мобильном интернете. То есть это лаги либо у него, либо это лаги у меня из-за того, что я пишу видосик. Заметьте, как просто начинает выносить наши эти самые солнышки, благодаря тому, что у нас появилось... Наши солнышки, благодаря тому, что у нас появилась луна активная. Не понял, что мне объединяет, не увидел. Боже! Солнце объединили, ладно. Окей. Чел с лагами, я не понимаю, как мне против него играть, потому что тупо лаги. Я такой, типа, чё? Как мне играть с таким лагающим игроком? Ну, пока очень сильно спасают все-таки вот эти кубики. Надо еще усилить их хоть на 5%. Потому что здесь очень сильно будет решать урон, который они нам дают. Пока что ждем. Ждем. Но тут уже можно объединить даже, наверное. Я не понимаю, как мне играть с игроком, у которого такие лаги. Так. Ну, я не знаю, что мне делать. Вот так, что ли? Окей, пробуем. Просто банально не хватило, ребят, мне соображалки. Ребят, ну, короче, вы сами видели, какое поле будет лучше. И какая сборка будет получше. Вы, в принципе, сами все видели. Тут просто был убийца, не очень комфортный противник для меня. Ладно, еще раз спасибо за просмотр. В принципе, я думаю, для себя вы какие-то выводы по поводу раскола сделаете. Так что, в принципе, луна может в теории уйти на второй план. Ну, как для меня, этот куб луна теперь не является настолько метовым, насколько я прям представлял себе, что типа, это же луна, прям... Да, это классный куб однозначно, но... Просто, если выбирать луну или раскол, я выбираю теперь, конечно, раскол. Такие пироги. Как минимум, потому что, если вы даже собираете какой-нибудь инь-янь с двумя точками на крит, с полем райским, да... И принципиально выбирайте это поле, да? Взяли, взрастили себе две семерки и оставили себе какие-нибудь расколы, то это будет тоже очень мощно. Потому что вы сами представите, какой там будет урон. А если у вас еще крита много? Вот такое мое мнение, ребят. Ребят, спасибо за просмотр еще раз. Всем спасибо, всем пока, всем добра. Делайте выводы.